Вот батюшка отмостку делает, Иосиф работает. Я издалека тут делаю еще винограды. Елка, труженики. Воду поливаю. Теряется, работа найдется. Техника у батюшки на сети. Мотоцикла нет, отдал кому-то этот мопед был. Ребята, это Иосиф работает. Мы вчера проехали с Володей 5 километров одно направление. Вот аренда, ягоды, эти смородины с крыжовником, с крещением. Это сегодня 7 августа 2020 года, пятница. Ну, на колодом отмостку делает. Весной вода, видимо, в обратном направлении пошла, ему надо большой скат сделать. Весной еще перекрыли крышу ему, он говорит, ну, кому-то достанется, так хотя вспоминать будет. Я вот подошел с этой стороны, машина прошла. Вот балуется, брызгает водой. Видит, что я с аппаратом. Вон как она отмостку-то поднял выше. И здесь точно так же. Чтобы вода уходила. Видишь, как дальше еще начали. Вон оттуда. Сколько цементу-то ушло. Труд благословенный. Машкара. Что интересно, я вот смотрю, ребята, без рукавки у всех. Рубашки никогда не носил. Не помню даже, чтобы носил. Ни в старинных рисунках, ни у Поленова, Сурикова, Репина, Николая Гея, каких только не было художников, чтобы безрукавый был человек. А что это имеет значение? Значит, имеет. Смотрим военные времена, старинные, на войну вышли. Мамаева побоище, Наполеона, Великая Отечественная затянувшаяся. Ни одной безрукавки нету. Нигде. То есть военные. А что это? Влияет на что-то? Ну, я просто наталкиваю на мысль, что влияет. Вот женские платья разрезаны, этого нигде нету, нету. Это все садомиты придумали. А без рукавов это, я не могу объяснить как, но на молитву в церковь же так не ходим мы. Значит, делаем резкое различие. Притом это везде, вот я смотрю, везде. Ни к чему не имею претензий, просто вопросы задаю. С чем это связано? Не знаю, почему у меня такое неприятие этого. Ни одной рубашки это нету. Дети у нас за стол не сядет. Ну, отбегает, это еще ладно. О, какие березы у батюшки выросли. Большие.